Ты что кайфом обломала? Мара, она только камеру включила. Хотела посмотреть, как пусик валяется. Тебе тоже жарко? Ну, тут вообще припекает. Даже мне жарко. Пусть ты трогаешь Маню? Рискует такой. Он такой, что? Пусть. Да ну что, такое ощущение, что он под чем-то. Вот такой просто ходит, сам себе валяется, что-то. Хвостик Манин трогал. Да, говорит, тут, говорит, мам, тут псина какая-то лежит. Ты, говорит, заметила вообще? Обезьяну. Если обезьяна там разговаривает, значит, у мужика ты есть. Она ругается. Не пройти, да? Не пройти к маме. Вообще. Беспредел какой, да? Это же мой котик. Ой, кошка пришла. Привет. Я просто снимаю с такая, о, камера включилась. На включенной камере, да. Да-да-да, такой, пойдем. Пойдем, да, поснимаем. Хочу быть в телеке. Кун. А Кун не любит камеру, он камерка отключается, он наоборот начинает обтираться. Так, что понравился он сам. Сейчас лежал и смотрел на себя в окно в отражении. Причем вот ты так вот улегся, посмотрел, красиво ли он улегся, приложил на ножки. Такой, не, это некрасиво, да, ножки. Пуся. Пусяндр мой. Вечно линяющий котик. Мань, ты не хочешь на улицу пойти? Мара вообще-то там. Пусть ты красивый. Очень красивый. Конечно. Молодец. Ух. Что, мешает подушечку убрать? Не падаешь, нормально? Лапочка зацепилась. Ну да, мы же не до коты, мы даже отцепить лапочку не можем. Другая. Когти не умеем, да, убирать сами, отцепляться. Ну, что мой сладкий кот. Ой, как их глаза у нас с тобой, да? Он тоже такая любит поджариться, моя тоже любит поджариться. Он очень любит прям поджариться. Прям камину, ага. Причем остальные коты, они не любят около камина, они подальше садятся. А это прям уже там, лечь, либо вот здесь. Она прям, вот я говорю, слушай, ты не загоришься? При том, что он линяет сильнее всех, он постоянно линяет, у него такая уже шуба к зиме, и прямо, ну, обычно, да, где-то с краю лежит, чтобы поближе к камину, либо вот где ты сидишь, там тоже любит, там самый жар. Тебе нравится камин? Ты оценил мою затею, да? Котик. Котик-бегемотик. Умнички. Да, она так аккуратненько еще. Друг друга не берут так аккуратненько. За щечки Манины толстенькие, да, подергать? Мара. Мань, жарко же, не хочешь на улицу? С открытым ртом лежит и все равно. Мань. Заходишь, такая ванная, а тут котики спят. Котики, можно я помоюсь? Котики. Не обращать внимание на мой голос, у меня нос забит на что-то аллергия. Ты не заболела, что-то аллергическое. И песик пришел. Ай, котик, цветочки не сбей. Ты мой сладкий. И ты тоже. Ты со мной будешь тоже мыться, да? Котики. Вам нравится на тряпочках лежать? Пусть я даже заурчала.
Давайте, выходите, дайте мне помочь.